Видео сделано специально для сайта whattop.ru. Всем привет! В этом видео мы рассмотрим броню танка Объект-263. Ну и давайте начнем. Это ПТ-шка 10 уровня, второй ветки, то есть что более поздняя. Итак, этот танчик очень похож на артиллерию, на 261 объект, но она гораздо более хорошо бронирована. Самая толстая часть — это 250 мм, это рубка и ВЛД. Как рубка, так и ВЛД, в общем-то, находятся под хорошими такими углами, и ничто не пробивается, но обычными ББшками. Дальше идет 150 мм, это НЛД, тут наклона особого никакого нет, то есть он такой обычный. Ну и НЛД единственное, что пробивается во лбу. 80 мм это области вокруг маски, вот так вот они выглядят. И борта, почти все, за исключением области, что находится под ходовой. 60 мм это как раз таки оставшаяся часть бортов и орудия. 50 мм это корма, вся, за исключением ковшечка, о нем мы чуть позже поговорим. 40 мм это крыша рубки и днище, вот эта вот часть задняя, тоже к корме относящаяся. 30 это крыша корпуса впереди, которая около лба. 20 мм это вот, как бы это сказать, дно. Да, да, в общем-то. Ну и 10 мм это вот эта вот штука, но туда, увы и ах, но не попасть. И давайте теперь глянем на экраны. Экраны у нас всего двух видов. Это 250 мм маска, которая тоже находится под углом, практически таким же, как и рубка. В общем, пробить сюда довольно трудно. Раньше это была уязвимая точка, но потом ее заделали. Ну и 20 мм ковшечек. Ковшик, если вот сюда куда-то снаряд прилетает, то может что-то спасти. А так, в общем-то, бесполезная вещь, просто предмет декора. Ну что ж, вот, в общем-то, все. Давайте теперь посмотрим на обстрелы этого танка. Из орудия в 219 мм пробития пробивается только НЛД. ВЛД, рубка и маска не поддаются. В положении ромбом НЛД все так же пробивается, и все остальные бортовые части шьются хоть куда, даже каток. Ну и борт также легко пробивается. Из орудия 10 уровня в 263 мм пробитием пробивается только НЛД. При игре с орудием 9 или 10 уровня нет ощутимой разницы, он пробивается в одни и те же зоны с обоих орудий. На этом у меня все, спасибо за внимание.